Что такое рубка металла и зачем она нужна? И да, всем привет! Итак, что же все-таки такое рубка металла? Рубка металла называют слесарную операцию по снятию с заготовки слоя металла, таких как листовой металл, профильный и полостной, с помощью ударно-режущих инструментов, таких как зубило, крейцмесель и молоток. Рубка металла выполняет следующие виды работ. Это вырубка канавок, вырубка отверстий в металле и разрубка металла пополам. Рассмотрим инструменты поподробнее. Значит, зубило состоит из трех основных элементов. Это рабочая часть, там где заостренный наконечник, который, собственно, рубит металл. Средняя, там где располагается ручка. И ударная, там где находится защита для руки, об которой ударяет молоток. Следующее это крейцмесель. Отличает от зубила более острой и режущей кромкой. В основном применяют для вырубки канавок или прорубь для шпоночных пазов. Ну и, собственно, ударный инструмент это молоток. Молоток различает на две большие группы. Это с круглым или квадратным бойком. Также различают по ручке. Есть длинная ручка, короткая ручка. Там по массе бойка, там где-то 50, 100, 200, 800 грамм, то есть по массе. И не менее важное, заточка инструментов. Заточку режущих инструментов производят на специальных станках. Заточенную поверхность вводят поочередно то в одну, то в другую сторону для обеспечения равномерности заострения рабочей части инструмента. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Также не забывайте писать комментарии. Не забываем ставить лайки. Пишите комментарии, понравилось вам это видео или не понравилось. Если нет, то почему? Если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите, да, их разберем. Пока что на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.